Друзья, всем привет, с вами Александр Квасов, команда Norfin SPB. Сегодня мы покажем небольшой видеообзор на куртку от компании Novatex, которая называется Tuma. Это демисезонная куртка, выполнена вот в такой приятной светлой голубой расцветке. Куртка мембранная, характеристика мембраны 5000 водонепроницаемость, 5000 паропроницаемость. В принципе, для обычной городской куртки это хорошие характеристики. Вот. Куртка оснащена капюшоном. Такой необъемный капюшон, удобный. Есть две регулировочные такие утяжечки. Вот, можно подтянуть как нужно. То есть можно хорошо утянуть, чтобы ветер не задувал никуда. По передней части лица утягивается все это. Капюшон здесь утеплен флисом. Вся куртка тоже утеплена флисом. То есть такая она демисезонная. До нуля в ней будет комфортно. Может быть там маленький минус, если вы поддеваете что-то. Вот. Ну, соответственно, центральная молния двухсторонняя. Ветрозащитного клапана здесь не предусмотрено. Вот. Есть карманы внешние, три кармана с внешней стороны куртки. То есть карман здесь, вот загрузка вот сюда получается. Нужно что-то убрать полезное. Вот. А по поводу ветрозащитного клапана. То есть внешнего нету, есть вот такая планка, которая будет защищать вас от задувания. То есть, в принципе, можно сказать, что он тут присутствует. А, ну, если говорим уже здесь, есть такой тоже защита для бегунка, чтобы не прихватить за горло. Нужно убрать. Здесь есть еще внутренний карман. Вот такой. Карман небольшой, может быть, телефон поместится. Ну, утеплен флисом тоже. Вот. Внутренняя часть куртки вот такая вот утеплена флисом. По нижней части есть утяжки. Вот тут. Можно подтянуть, подрегулировать. В целом хорошая куртка. Здесь тоже утяжечки идут. Рукава в ней не утеплены. Покажу сейчас, чтобы было видно. То есть внутренняя часть спины утеплена, а рукав вот такой, легкий, не утепленный. В целом куртка очень легкая, удобная. Ну, для города самое то.